всему очень много всяких сочетаний и направлений. Я вырос на фанке, наш клавишник Паша вырос тоже на джаз-роке, Саша с Петром выросли на рок-музыке, Битлз, Роллинг Стоунс и все эти вот такие. И поэтому в звуках Му это столкнулись, огромное количество столкнулось всевозможных стилей и направлений. И вот, например, у нас была одна песенка, очень похожая на диско. И так как сегодня у нас вечеринка в стиле диско, мы с нее и начнем. Песенка называется «Источник заразы», или некоторые ее называют просто «Муха».
son a robar. Thank you.
мне. И думаешь, я в долгу. Вчера ты дала мне. И думаешь, я смогу. Thank you.
меня помнишь ты. Эти люля-тима, люля-тима, жирные люля-тима, сочные люля-тима, и привлекаем жадное внимание. Различные предметы красоты, и жир течет, и жаркет обоняние. Эти люля-тима, жирные люля-тима, сочные люля-тима, люля-тима. Эти люля-тима, жирные люля-тима, сочные люля-тима, люля-тима. Бараний жир, это бараний жир, бараний жир, зальет весь мир. Бараний жир, залепит глаз, бараний жир, залепит нас. Люля-тима, люля-тима.
ты кричала «Хочу!» Вспомни, Люся! Как мы проснулись с тобой в этой гадости дня, в кружевах папиросных окурков, Люся. Hey, Люся.